Здравствуйте, вы на канале Ирины Воловек. Я получила посылку с интернет-магазина plover.ru. Этот сайт узбекской как бы продукции, но у них есть и другая продукция, в том числе посуда российского производства, собственно, из-за чего я и сделала этот заказ, ну и попутно еще кое-что. В частности, меня интересовала вот эта посуда Кукмара, сделана в России. На упаковке есть инструкция, описание, что за посуда. Ну, это литая толстостенная посуда, которая отлита вручную. У меня в доме в обиходе уже есть такая посуда. Я называю эти кастрюли, я называю казанками, потому что в них получается пища действительно как будто бы приготовлена в казане, потому что толстостенная, хорошо все упаривается, утушивается, улучшается вкус, и не боишься, что оно пригорит, легко моется такая посуда. Она мне нравится, и здесь еще соответствие качества и цены на этом сайте, поэтому сделала заказ. Это набор кухонной посуды. Здесь одна кастрюля, сковорода и крышка. Крышка, она одинаково подходит как на кастрюлю, так и на сковороду. Поэтому она в одном экземпляре. И сейчас я открою, посмотрим поближе. Кастрюля на 4 литра. У меня есть 3-литровая и 2-литровая. А это 4 литра, потому что иногда нужно побольше размером варить в ней аджику, икру, салаты. Очень удобно. Я варю все, и первые, и вторые блюда мне нравятся. Вот так выглядит эта кастрюлька, казанок и сковородка. Ручка легко снимается и легко надевается. На кнопочку нажал, и все, она зафиксировалась. Это очень удобно, потому что в этой сковороде можно запекать в духовке что-то. Снял ручку и поставил сковороду в духовку. Она не очень тяжелая, что тоже мне нравится. Там внутри алюминий. Она не чугунная, а алюминий. Но несколько слоев, которые дают, в общем-то, по качеству запекания тот же эффект, что и в чугунной сковороде. Вот такой набор высококачественной посуды. Заодно я заказала вот такое блюдо, называется ляган. Блюдо, на которое можно выкладывать не только плов, но и другие кушанье. Достаточно толстое оно, глиняное, очевидно. Очень красиво расписано, глянцевый рисунок. Оно большое, и оно мне очень понравилось. Я решила, что оно должно быть у меня. Красивое, очень красивое блюдо. И на сайте Plover огромное количество блюд. Там можно выбрать на свой вкус и по размеру, и по форме, по расцветке. Попутно заказала еще и приправы. Знаю, что узбекские приправы очень качественные. Это набор. Набор приправ для вторых блюд. И другие приправы. Отдельно здесь для плова черный перец, который всегда нужен. Корица вот цельная взяла. И в этом магазине можно купить и готовую продукцию. Посмотрите, какая она яркая, красивая. Здесь и халим узбекский, плов ташкентский с курагой, самаркандский плов, узбекский снова плов. Короче, разные. Шурпа узбекская. Эту готовую продукцию я не заказывала. Это мне как бонусом прислали. Но это вдвойне приятнее. Вот такие приобретения у меня сегодня. Блюдо красивое. Ссылки на магазин Plover.ru и на вот эти товары, которые я получила сегодня, будут внизу под этим видео. Зайдите, посмотрите, какое там еще многообразие различных товаров. Цены посмотрите. Мне показались эти цены ниже, чем где бы то ни было. Возможно, что-то себе выберете. Всего вам самого доброго. До новых встреч!